Линда Юй – перевоплощение пурпурной жемчужины, травы бессмертия. В магической реальности волшебный камень заметил траву и поливал каждый день сладкой росой. А трава, превратившись в девушку, обещала Яшми отблагодарить за росу слезами. В жизни Дай Юй платит Бао Юю по этому обещанию. После смерти матери Линда Юй уехала из родного края и стала жить в семье бабушки. Впоследствии она потеряла и отца. Эти обстоятельства во многом обусловили меланхоличный характер девушки. Линда Юй много читает, она талантлива и глубоко переживает все, что происходит вокруг. К примеру, увидев, как увядают цветы персика, она плачет и хоронит опавшие лепестки. В старом Китае не было свободы брака. Несмотря на то, что Дзя Бао Юй и Линда Юй любили друг друга, в конце концов Бао Юй женился на Сюэ Бао Чай. Линда Юй тяжело переживала это событие. Она горько плакала и вскоре умерла, не выдержав горя. С вами «Минутка истории».